с самого детства нравилось готовить. И в 9 классе, когда я думал, чем мне заниматься по жизни, я просто достаточно спонтанно решил, почему бы не пойти на повара. Сегодня я буду готовить сибаса, жареного на лемонграссовом масле, с соусом из кориандра на основе кокосового молока, глазированной спаржей и вялеными томатами. Разбираться в продуктах хочет только опыт. У меня опыт пока что непосредственно работы в ресторане 1,5 года. В будущем, годам к 30, так я надеюсь, уже стать шеф-поваром и попробовать свою концепцию в своем ресторане. Я люблю, когда комбинируется классика, вот какие-то необычные техники, необычные текстуры. Я предпочитаю работать с рыбой, потому что с ней очень много чего можно интересного придумать. Сама рыба – очень разнообразный продукт, ее какой только не существует. Когда я пробую какое-то новое блюдо, у меня сразу в голове отмечается текстура продуктов и то, как они приготовлены. Я готовлю много очень для своей девушки, но с ней немного сложнее в этом плане, потому что она тоже в этой области, она кондитер. То есть десерты никогда в жизни не буду ей готовить, она меня закритикует до смерти. Повар, безусловно, должен быть универсальным и уметь все, от десертов до горячих блюд. Кулинария постоянно меняется, и мода постоянно обновляется. То, что было модно в прошлом году, сейчас уже можно считать устаревшим. Самое сложное в кулинарии для меня – это продолжать удивлять людей.